Мазду отбросило на тротуар после столкновения с автомобилем «Лада Калина». Крупное ДТП произошло на пересечении улиц Восстания и Восход. По предварительной версии, участники аварии не получили серьезных травм. Куда больше досталось автомобилям. У отечественного транспорта повреждена правая сторона. Иномарка же получила многочисленные повреждения слева и, по всей видимости, оказалась не на ходу. Участники аварии решили дождаться сотрудников ГИБДД.